Люди в массе считают, что наши элиты не имеют общего исторического будущего с нами, что у нас одна страна, и наши дети и внуки будут жить здесь, а у элит, в том числе у нашего руководства, другая страна, их дети и внуки будут жить там, куда они отправляются в 11.15 рейсом Аэрофлота в Лондон. Знаете, был такой министр, который проводил в 7 утра совещание, потому что в 11.15 он улетал в Лондон к семье. Национализация элит. Элиты живут в Лондоне. Ну, я хочу понять, вы о ком говорите. Если есть какие-то бизнесмены, которые живут... Я говорю о примерно 70% крупнейших предприятий России, которых дом офшоры. Офшоры. Я говорю о чиновниках, у которых дети учатся в Великобритании и так далее, и так далее. И, скорее всего, не вернутся. Мы чувствуем себя одиноко без элит. У нас нет национальных элит. Вы знаете, значит элиту... Вообще понятие элиты... Люди, принимающие судьбоносные решения, это значит не элита, а руководители. Нет, это не элита. Крупная корпорация элита, это тоже. Элита это гордость нации. Это в том числе и писатели, и артисты, и музыканты, и композиторы.